двигай к мосту Куинсборо и подорви там рекламный щит. Конвой должен направиться в Вильямсбург. Давай, парень! Вольте Куинсборо está bloqueado. Dirigidos a Williamsburg. Хорошо. Встройся в ряд машин сопровождения и устрой взрыв, пока они не добрались до Лонг-Айленда. Раньше, чем конвой. Направляйся к заправке и подорви баки с горючим.
руки! Время истекает! Давай, парень! Все идет по плану. Теперь давай к зоне смерти. Джентльмены, у нас есть 2 минуты до прибытия копов. Задайте им жару! Детей, наш пингвин! Детей, уводи лимузин! Не забудь, где выезд! Тебе деньги нужны. Точно? Сядь поудобнее и наслаждайся поездкой. У меня есть деньги, брат. Ты заткнешься когда-нибудь? Ты же даже не знаешь, кто я, ведь так? Да знаю я, кто ты! Следующей недели ты не доживешь. Сколько раз тебе говорить, ты действуешь мне на нервы. Кому я понадобился? Всему свое время. Узнаешь, когда окажемся на месте. Кто стоит за всем этим? Дай мне хоть минуту покоя. Ты же просто пацан. Ты сам не понимаешь, во что ввязался. Это самая большая ошибка в твоей жизни. Слушай, заткнись, я пытаюсь сосредоточиться. Это самая большая ошибка в твоей жизни. Ты заткнешься когда-нибудь? Ты сам не понимаешь, во что ввязался. Ты заткнешься когда-нибудь? Кто
кто стоит за всем этим. Сколько раз тебе говорить, ты действуешь мне на нервы. Чувак! Отличная работа. Молодец, засранец. Ну да, мне понравилось. Проще простого. Один колумбиец, как приказывали. Ну и что теперь? Подождем. А они заплатят? О, да, еще как. Мы с тобой свяжемся. Готовься, мальчик. Колумбийцы выполнили свою часть сделки. Твоя цель – многоэтажная парковка в Манхэттене, та, что на Парк-авеню. На верхнем ярусе тебя будет ждать мотоцикл с чемоданчиком. Это выкуп. Имей в виду, как только он окажется в твоих руках, они попытаются тебя остановить. Уходи по крышам, а когда спустишься на землю, тебя подберет мексиканец. Залезай в фургон и дергайте оттуда.
так! Я могу так вечно продолжать! Здесь все? Да, все. Ну и что дальше? Прими от меня кое-что. Да пошел ты знаешь куда. Черт! Меняем план, друг. Ну, ладно. Что происходит? Полиции нужен козел отпущения, и будешь ты. Я? Пораскинь мозгами, парень. Ты никто. Кому до тебя есть дело? Корриган оказался продажным полицейским, с большими планами на будущее. Он и его дружки списали на меня историю с Мартинесом. Как только я оклемался, меня потащили в суд. Мне дали 28 лет в тюрьме Синг-Синг. 10 220 и еще 7 дней. Я не потратил впустую ни одного. Когда меня выпустили, я был готов. Thank you.
Спасибо, что заехал за мной, Рэй. Снаружи Нью-Йорк играл всеми красками, но изнутри это был все тот же старый город, каким я его помнил. Слинг торговал девочками, разве что они стали моложе и стоили больше. Кэнди заправлял империей дерьма, Бишоп занимался высококачественным героином. Корриган стал начальником полиции, королем этого гадюшника. И только мексиканец был не у дел. Я решил, что, оказавшись на свободе, начну с него. Это он. Ага. Он работает в центре, зал с игровыми автоматами. Помогать не буду. Я на это и не рассчитывал. Это подло. Я не мог тебе помочь, они бы убили меня. Эй, Рэй, все в порядке. Знаешь, это все в прошлом. Пойдем, я тебе куплю эту твою пенящуюся штуку из кофе. Капучино? Да, вот его. Загадывай последнее желание.